Здравствуйте, друзья! С вами Феликс, и мы сегодня с вами рассмотрим новый сайт по заработку без вложений ISOOB. Вот он перед вами, и на первой странице мы видим сам сайт и те платежные системы, с которыми он работает. Нажимаем на кнопочку Sign Up и попадаем на страницу регистрации сайта. Она выглядит вот так, очень простая. Здесь в это поле вводим свой юзернейм или логин, как кому удобнее называть это. Здесь email, пароль, еще раз пароль. Все это проделываем на английском, на латинице. Соглашаемся с условиями и нажимаем на кнопочку «Регистр». Ну, поскольку я уже зарегистрирован, я этого делать не буду. После чего получаем вот такое вот письмо на почту с ссылкой завершения, нажав на которую мы и завершаем регистрацию, подтверждая тем самым свою электронную почту. Итак, что же из себя представляет данный сайт? Вот я уже в своем аккаунте, в своем рабочем кабинете. Как вы видите, некоторые функции еще в стадии подготовки. Вот это будут акции данного проекта. Здесь мы сможем покупать каникулы, игры на подходе, форум также на подходе, скоро будут новости и так далее. Но сайт уже работает, я на нем четвертый день проверяю, тестирую, ну вроде ничего, работает. И что нам сейчас надо сделать? Вот мы нажимаем на кнопочку Paid Ads или Ads и попадаем вот на такую вот страничку. Те, кто работает в PaidWords и подобных проектах, их немало, им знакомо. Вот это очки, набирая которые, мы перемещаемся по группам. О группах вот под кнопочкой How it works нажимаем на нее, вот они, группы, в зависимости от очков. И будет распределяться наш ежедневный заработок. А пока что мы набираем очки, чтобы продвигаться под группам. Платных объявлений тут пока еще нету. Они, вероятнее всего, будут с первой группы. Нажимаем вот сюда, 25 очков, чтобы получить. И вот здесь, не знаю, сейчас видно или нет, но вот бежит зеленая такая строчка, таймер своеобразный. Вот он добежит до конца. Смотреть на сайт приятно. Что сказать? Скрипт уникальный, свой. Видать. И закрываем. Все, никаких капч, никаких, ничего нету. Видите, одно объявление ушло. Нажимаем следующее. Загружается сайт. Идет таймер. Вот он бежит, бегунок. Сейчас он добежит до конца. И мы закроем окно, и все. Ничего не надо решать. Капч, задач. Ну, и вот таким вот образом вот убежало еще одно объявление. И все. Вот и все наши дела пока что. Пока что мы собираем вот эти очки. Их у меня 525 было на данный момент. Вот мой аккаунт. Еще парочку просмотрел. Вот стало 575. 50 баб, так называемых, добавилось. И набираем очки, чтобы продвигаться по группам. Сайт очень красивый, обещает быть хорошим. Посмотрим. На этом пока все.
порядок регистрации и начало работы вы увидели. Здесь вы можете посмотреть, они рассказывают о своих планах, перевести все это на русский, кому надо. И прочитать, какие сервисы они предоставляют. Но это все в будущем, пока что этого всего нету. Сейчас наша с вами задача набирать бабы. Пока что мы можем здесь сделать только это. Набирать бабы. Вкладываться в проект я пока что не советую. Посмотрим, чем он дышит, как он будет продвигаться. И после этого примем решение, каждый свое или все вместе. Ну что ж, всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.